Как мы говорили, на серверах обычно не ставят графический интерфейс, так как все можно сделать через командную строку. А графический интерфейс тянет за собой кучу пакетов, которые могут иметь уязвимости, ну и впустую используют ресурсы. Да и сервера стоят не на локальных машинах. То есть, если мы хотим графический интерфейс, нужно удаленно подключаться через какой-нибудь протокол. К примеру, VNC. Но при задержках в сети подключение начинает подвисать, изображение задерживается и все такое, что довольно неприятно. Многие программы, используемые администраторами в компаниях, имеют веб-интерфейс. К примеру, гипервизоры, антивирусы, фаерволы и тому подобное. Веб-интерфейс лучше справляется с задержками в сети, не так сильно грузит сервер и имеет меньше уязвимостей. Раньше как было? К примеру, для управления гипервизором была только графическая утилита, написанная под Windows. И пользователям других систем приходилось постоянно подключаться к какой-нибудь виртуалке с графическим интерфейсом, где стоит этот софт. К счастью, сейчас почти всем можно управлять через веб-интерфейс. Не исключение и Linux. Есть множество различных проектов, которые дают интерфейс и могут упростить настройку различных сервисов. Обычно это независимые проекты, но есть и исключения. Проект Cockpit, который спонсируется и поддерживается компанией Red Hat. Хотя изначально Cockpit работал только на дистрибутивах RHEL, сейчас он работает на многих других, в том числе Ubuntu и Debian. Мы часто встречали это название, когда логинились через SSH и смотрели Firewall. Да, Cockpit был прописан наряду с SSH. Сообщение при логине говорит о том, что сам Cockpit установлен, нужно просто включить и запустить. Так и сделаем. Обратите внимание, что мы запускаем не сервис, а сокет. Это работает так. У нас на сервере работает сокет, который ждет подключения. Если подключение есть, то System D сам запускает сервис. Это позволяет сервису не работать постоянно, что немного облегчает нагрузку на сервер. Хотя Cockpit использует довольно мало ресурсов. Теперь при подключении по SSH мы будем видеть подсказку, как подключиться к веб-интерфейсу. HTTPS, IP-адрес и порт 9090. Можем еще убедиться, что у сервиса на фаерволе тот же порт. Скопируем ссылку и перейдем по ней в браузере. Сразу после этого вы увидите окно с предупреждением об угрозе безопасности. На самом деле никакой угрозы нет, но давайте объясню, в чем дело. Есть так называемые центры сертификации. Что-то наподобие госоргана, выдающего паспорта. Администраторы могут обращаться к ним, чтобы запросить паспорт для своего сайта. Эти паспорта – SSL-сертификаты. И у каждого паспорта есть специальная метка, уникальная для центра сертификации. Подделать такую метку нельзя. Так вот, браузеры доверяют центрам сертификации и следят, чтобы на сертификатах была метка, соответствующая одному из центров. Если на паспорте метка не такая или истек срок действия паспорта и тому подобное, то браузер перестает доверять сайту и выдает такую ошибку. Так как это очень похоже на то, что кто-то выдает себя за другого. В локальной сети нет необходимости обращаться к центру сертификации. Можно построить свой, что обычно и делают в компаниях. Это позволяет пользователям компании заходить на внутренние сайты без всяких ошибок. Но даже если нет своего центра сертификации, в нашем случае нет ничего страшного. Мы уверены, что подключаемся именно к нашей виртуалке, поэтому можем проигнорировать ошибку. Нажимаем «Дополнительно», а затем «Принять риск» и «Продолжить». После чего нас встретит окно логина. Здесь мы можем указать пользователя из нашей системы, скажем, рута или нашего юзера. После логина нас встретит окно с общей информацией о системе. Так как у меня браузер на русском, то интерфейс отображается на русском, что немного непривычно. Поэтому справа сверху можно ткнуть на иконку пользователя и сменить язык интерфейса. Интерфейс довольно простой и понятный. Я не буду тыкать на все-все-все кнопки, многое и так понятно. Но давайте пройдемся по вкладкам. Итак, Overview – общая информация о системе. Здесь мы видим, что доступно обновление безопасности. Видим нагрузку на процессор, оперативку. Если бы у нас была физическая машина, мы бы видели модель и информацию о ней.
ну и различные настройки, такие как хостнейм, время, профиль, производительность, домен и так далее и тому подобное. Давайте нажмем на View Details and History под Usage. Откроется чуть детальная информация, включая сервисы, использующие ЦПУ и оперативку, свап, использование файловых систем, использование сети и тому подобное. Вся эта информация о текущем использовании ресурсов называется метриками. Снизу у нас также есть предложение установить Cockpit PCP, пакет, который позволит сохранять эти метрики на время, визуализировать их и тому подобное. Давайте нажмем Install. Откроется окно, в котором покажутся необходимые для установки пакеты и их общий объем. Опять нажмем Install. После установки нас просят перелогиниться, чтобы увидеть изменения. После чего нам говорят, что нет истории и метрик. И спрашивают, а работает ли сервис PMLogger. И снизу кнопка Troubleshoot. Давайте нажмем. Нас перекидывает во вкладку сервиса. Как видите, статус сервиса Disabled. То есть, как обычно, после установки надо включить и запустить сервис. Здесь это можно сделать, нажав на ползунок. Теперь вернемся в окно с метриками и обновим его. На этот раз мы просто видим, что нет информации. Сервис просто должен набрать достаточно информации. Оставим его включенным, чтобы в будущем можно было посмотреть метрики за сегодняшние и предыдущие дни. Во вкладке Logs, соответственно, логи. Можно их фильтровать, выбирать время, важность и прочие параметры. Ну и нажимая на лог, можно увидеть больше деталей о нем. Во вкладке Networking у нас нагрузка сети, логи, а также настройки фаервола и интерфейсов. В том же самом фаерволе можно добавлять или удалять сервисы и зоны. Ну и все это наглядно и просто. Во вкладке Accounts обычные пользователи. Отсюда же можно их создавать или изменять. Скажем, можно давать или отнимать административный доступ, блокировать аккаунты, менять пароли и даже добавлять публичные SSH-ключи, чтобы пользователь мог по SSH-ключам логиниться. Ну и во вкладке Services можно смотреть информацию и управлять сервисами. Скажем, включать, выключать, перезапускать и тому подобное. Функционал Cockpit можно расширять модулями. Скажем, есть модули, которые могут управлять виртуалками, контейнерами, файловыми шарами, C-Linux'ом и тому подобное. На сайте проекта есть список известных модулей. Некоторые модули можно найти в репозиториях и установить. Ну и любой желающий может разработать свои модули. Вернемся ко вкладкам. Один из модулей, C-Linux, позволяет увидеть наши модификации, посмотреть ошибки и даже предложить решение проблем. Во вкладке Software Updates мы можем посмотреть доступные обновления, их важность и выбрать, что необходимо обновить. Только обновление безопасности или все пакеты. Во вкладке Subscriptions можно зарегистрировать RHEL или посмотреть статус подписки, время, когда закончится подписка и прочую информацию. Ну и вкладка «Терминал» позволяет запускать команды прямо из браузера. Это не так удобно, как работать с терминалом напрямую, так как некоторые горячие клавиши перехватываются браузером. Но для простых задач вполне хороший вариант. В один Cockpit можно подключить несколько хостов для мониторинга и управления. Чтобы добавить новый хост, нажмите в левом верхнем углу на выпадающее меню и нажмите «Add new host». Давайте пропишем здесь наш CentOS, укажем IP-адрес и логин пользователя, после чего нажмем Add. Но мы видим ошибку, не удается связаться с хостом. Cockpit пытается подключиться к хосту по SSH. На CentOS мы меняли порт SSH на 2233. Давайте попробуем заново добавить, указав при этом нужный порт. Теперь мы видим сообщение с ключом хоста. Да, мы уверены, что подключаемся к тому самому хосту. Потом вас спросят пароль и предложат создать SSH-ключ, чтобы юзер с хоста RHEL мог без пароля подключаться к юзеру с хоста CentOS. Теперь у вас в левом меню два хоста, и вы можете выбирать, каким хостом управлять. При этом на самом CentOS Cockpit не запущен, RHEL лишь управляет CentOS через SSH. На CentOS внешний вид и некоторые вкладки могут отличаться. К
К примеру, здесь у нас стоит пакет Cockpit Storage D, который позволяет управлять дисками, RAID-ом, LVM, NFS и прочим. То есть у вас могут быть хосты, на которых нужна виртуализация. Для них ставите одни модули. На других хостах контейнеры ставите другие. И, соответственно, на каждом хосте вы будете видеть и управлять тем, что вам нужно. Говоря в целом о вкладках, о различном функционале Cockpit, все это вам должно быть знакомо, потому что мы все это разбирали. Зная, как это работает на самом деле, что делает каждая из кнопок, вы понимаете процесс, что, в каком порядке и зачем делать. Cockpit лишь веб-админка, которая оборачивает часто используемые простые задачи в красивый и простой интерфейс. Он, конечно, не замена командной строке, но некоторые вещи здесь смотреть и настраивать удобнее.